Добрый день. Добрый. Дорожно-патрульная служба, младший сержант полиции Федоров Леонид Дмитриевич. Будьте добры, ваши документы. На основании чего? На основании проведения оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» направлена проверка документов на наличие водительского удостоверения и регистрационных документов на данное транспортное средство. Документально сможете ознакомить с профилактическим? Документально можете ознакомиться, позвонив в дежурную часть. Я не обязан звонить. Вы можете документально мне ознакомиться? Наше транспортное средство не имеется, то есть вы можете как поступить. То есть оснований у вас нет с собой? Основания проведения оперативно-профилактического. Но у вас нет оснований с собой? Останавливает инспектор, вы обязаны передать документы для проверки инспектору. Я огласил вам основания для остановки вашего транспорта. То есть документально ознакомить не можете? Нет. Не можете? На данный момент... У нас не имеется в нашем транспортном средстве. Я его еще раз повторяю, можете позвонить в дежурную часть. Огласят то, что проходит. Но я вам уже говорил, что я не обязан звонить. Вы меня должны, обязаны документально ознакомить. Вы меня обязаны. Еще раз представьтесь, пожалуйста. Инспектор дорожно-патрульной службы, младший сержант полиции Федоров Леонид Дмитриевич. Удостоверение можно в развернутом виде? Конечно. Удостоверение и выписка из приказа, название младший сержант, о том, что... То есть вы стажер, да? Уже нет, вот выписка из приказа. На данный момент удостоверение исполняется. Данным моим удостоверением является вот выписка есть данного приказа. Ну, то есть удостоверение не имеется? Вот мое удостоверение на данный момент. На данный момент? Выписка из приказа. Хорошо. Так как удостоверение на изготовление. Выписки из приказа все указано. Что вы просите показать? Водительское удостоверение и свидетельство о регистрации данного транспортного средства. Ну, то есть я показываю под вашим принуждением, без оснований, оснований вы мне не назвали, документально не ознакомили, будет подана жалоба на вас. В следующий раз людей без оснований не останавливайте. Вам сразу указываю, что я не даю согласия на разглашение данного видео в интернете. Хорошо, дали согласие. Благодарствую. Всего доброго, удачи на дороге.